Здравствуйте, в эфире программа «Союз нерушимый». Вас приветствуют ведущие передачи Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Спустя две недели мы снова вместе с интересными гостями и с очень, кстати, интересной темой. Вот эту тему мы еще ни разу, по-моему, не затрагивали. Но за почти что два года существования после двух передач о празднике. Мы наконец-то с тобой приходим к тому, что люди обычно делают на празднике. Не только едят, пьют. Но еще как-то еще пытаются и разгрузиться. Да, да, чтобы сжечь эти калории, да, и привести себя в нормальное состояние здоровья, фигуры и настроения. И не только. И не только. Да. Так что сразу же заявляем нашу тему. Мы сегодня впервые, пожалуй, да, вот так широко будем говорить о танце. О танце народов Кавказа. Да, да, все верно? Да, и будем говорить о танце со специалистами, с людьми, которые любят танец, с людьми, которые умеют танцевать, с людьми, которые умеют показывать и учить, как танцевать. Да. Давайте представлю, во-первых, Гайдарбека Гайдарова. Это организатор и руководитель школы лезгинки кавказских танцев в нашем городе. Гайдарбек, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И Гаджимурат Шахбанов, хореограф этой же школы. Но я вот боюсь, что сейчас я как бы минут на пять зависну с перечислением всех ваших титулов, уважаемый Гаджимурат. Салам алейкум, во-первых. Ва алейкум ассалам. Да, значит, это человек, можно сказать, почти что легенда. С большим портфолио, как принято говорить. Во-первых, он учитель. И учитель во многих школах, и во многих даже, я бы сказал, странах. Да? Да. Учил вот этому искусству танцу. Во-вторых, он еще в 85-м году был уже лауреатом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А в 2000 году он стал лауреатом первой степени на лучшую фольклорную лезгинку, ну, в паре, значит, с девушкой, со которая тоже спутницей. Да, это вот именно фольклорная лезгинка. Фольклорная лезгинка, обязательно двое. Да. А если просто лезгинка, то это один мужчина. А вот мы сейчас спросим после того перечисления, чем значения отличается, значит, фольклорная лезгинка от лезгинки. И помимо этого, редко кто как бы совмещает сразу получение этих двух лауреатов. Он еще и стал лауреатом на лучшее техническое мастерство. Ох, как бы посмотреть на это техническое мастерство. Да, было, да, такое дело. А сколько вам в 85-м году было лет? Вы же молодой были тогда? Совсем молодой. Совсем? Получается. Где-то вот получается, если 85-й, значит, 7-й класс. 7-й класс. То есть такой подросток. Ну, уже мужчина служит, 14 лет, да. Вот так вот. Джигит. Ну, наши слушатели, я думаю, услышали уже ключевое слово. Лезгинка именно, да, в первую очередь ей посвятим. Ну, когда мы говорим о кавказских танцах, я думаю, что если нам опросить людей и спросить, какой кавказский танец, вы знаете, наверное, первое, что они скажут, лезгинка. Да, да. Вот. Кстати, ну, да, я еще напомню, что наши гости сегодняшние, они родились в Дагестане. В Дагестане. Да, из Дагестана. Они оба аварцы. Да. Да, и родились, выросли в Дагестане. Ну, давайте, наверное, сначала начнем о том, что представляет собой школа, да, школа лезгинки и кавказских танцев, а потом мы как-то вот уже к истории этого танца, да, Азиз Алиевич, перейдем. Да, ну, Гайдарбек уже, наверное, давно живет в Кировской области, да? В Киров я впервые приехал в 1996 году. Угу. И с тех пор здесь остался по воле судьбы уже 20 с лишним лет, получается так. Ну, мы поняли, что вы разной деятельностью занимались на протяжении этих 20 с лишним лет. Да, да, да. И вот одно из ваших начинаний – это как раз-таки школа. И все время в душе нес эту мечту. Ну, это, да, у меня с детства какой кавказец не несет в душе вот именно жар этой лезгинки. Да. Такого, наверное, нет. Где только звучит музыка, лезгинка. Ну, если он не сможет выйти станцевать, хотя бы в душе у него этот вот этот порыв есть. В душе, в крови. Да, есть, есть. Вот недавно я ролик тоже смотрел. Человек без ног танцует лезгинку. Абсолютно обе ноги нету, человек танцует лезгинку. Причем в паре. В паре танцует, паре. Да. В паре танцует, на площадке, на улице танцует. И то же самое здесь вот занимался я разными деятельностью, мастеровой немножко человек. И вот года 2-3 тому назад у меня такая мысль пришла, что
неплохо было бы в Кирове организовать такую же школу, как они есть в Москве. Они есть в Иванове, школа лезгинки, в Оренбурге есть, в Ярославле есть. Во многих городах уже эта тенденция пошла. Ну, почему в нашем городе не должна почему быть нет такая в нашем школа, городе, да? Почему нет в нашем городе? Почему не могут здесь выступить выпускники нашей школы на каких-нибудь соревнованиях, конкурсах? Конкурсы можно, можно конкурсы, да. Можно на праздники, вот на Театральной площади, к примеру, есть площадка, туда выходят танцевальные коллективы, они там показывают свое умение. А почему дагестанцы, кавказцы не могут это сделать? В общем, засел у нас такой. Да, вот когда вы говорите, что какой кавказец там, услышав звук лезгинки, там не выходит танцевать. Да. А я вот возьмите, посмотрите в интернете. Я недавно, значит, смотрел как раз, мне тоже такие вещи интересные. Смотрю, играет лезгинка казацкая, дорогие мои, и танцуют казаки лезгинку. Да. И скажу вам, танцуют очень хорошо. С кинжалами, с мечами, там, по-хорошему танцуют. Я не говорю, что они лучше или хуже, но танцуют. Но видно, что они, собственно, профессионально, да? Это говорит о том, что, наверное, что музыка лезгинки захватывает не то, что не только души. Весь мир. Кавказцев, весь, да? Весь мир. Потому что он, наверное, потому что вот когда Советский Союз разрушился, вот у нас вот получилось, что все разошлись. Иммиграция была. Наши евреи из Махачкалы уехали, которые участвовали в этом ансамбле «Лезгинка», хореографический ансамбль государственный. Они уехали, и они, вот я тоже в интернете это вычитал, конечно, они там создали вот такие ансамбли. Там это где? И, куда они уехали? И в Израиле, и в Нидерландах они есть. Ну, они не только, наверное, в Израиль уехали, я так думаю. Разные и в Америке страны, есть. Да. Они там создали эти группы, и там они успешно выступают. Успешно выступают, и люди восхищаются этим. Ну, это же, вы сами знаете, зажигательный танец. Конечно. Очень зажигательный танец. Еврей, танцующий лезгинку, это интересно. Горные, интересно. Это у них как будто, они не хуже, они лучше есть даже. Есть такие, да, есть. Хаджи Мурат, руководителем ансамбля лезгинки, основоположником был у нас... Танхой Израилов. Израилов. Танхой Израилов. Чистый еврей. Еврей. Потом... После него пришел Иосиф Матаев. Тоже еврей, да? Самойлович, тоже еврей. Тоже еврей. И в составе ансамбля большинство были евреи. Они прекрасно танцуют, они очень хорошо чувствуют вот это все. Ну, то есть вот это у вас в душе, вот это вот желание, чтобы в Кирове тоже была такая школа, да, и привело, да, к тому, что вы, да, наконец-то... Да, я немножко отошел от этой, ушел в сторону. И вот, и вот начал я создавать это. В прошлом году... Год я работал над этой темой и пригласил хореографов. 10 сентября мы открывали уже однажды, открывали здесь. Приглашал хореографа тоже из Дагестана, заслуженный, не заслуженный, а да, заслуженный артист был, хореограф. Но он пришел, посмотрел на такое, ну, неживое начало наше, наверное, я так думаю. Куда пришел? Куда пришел? Сюда посмотрел, он приехал. В Киров. В Киров приехал. Я его приглашал, да. Год поработал, я списки собрал, людей созвал. В этом же Доме дружбы народов сели, собрание провели. Так, Дом дружбы народов, это то, где сейчас базируется, да, базируется, да, ваша, да, школа. Ну, бывшие ДК металлургов. ДК металлургов, да. И вот мы там что собрались, и получилось, ну, он ушел через 3 дня, ему не понравилось, наверное, скорее всего. Но дальше я начал работать, и через еще ровно через полгода, вот в марте, 15 марта 2017 года, приехал Гаджи Мурат. Спасибо Гаджи Мураду, он решился. Огромное спасибо, да. В Кирове. И обосноваться, вот, и, обосноваться, собственно, делиться, да, и обучать этому искусству, да, танцевальному. И вот мы начали вот это все, собрали там людей, и потихонечку уже идем вперед. Гаджи Мурат, вы обучаете только детей? Значит, возраст не ограничен.
Не ограничен? Не ограничен. От 7, в любом возрасте человек обучает, от да? От 7 до 50, если... До человек... 50? Значит, меня уже не возьмете. Можно и выше. Если человек может двигаться, контролировать свое здоровье, это все, то... Нет проблем. Угу. То есть главное, чтобы было желание. Да, главное, и как чтобы говорит, было желание, значит, Гайдарбек, хорошее, чтобы было. Музыка в душе. Да, да, да. Да. Это все будет. А, обучаете еще, стоит уточнить, и мужчин, и женщин, да? И мужчин, и женщин. И девочек, и мальчиков. И девочек, и ребят. И никакой роли не играет национальность. Национальность, я вам скажу, люди добрые, вот так вот, да, вот вы здесь сказали, что еврей был там руководителем, mm-hmm. Это не имеет значения, кто по национальности ведет какую-то где-то творческую деятельность. То, что он еврей был, это я подчеркнул, вот. Не потому, имеется что ввиду, искусство имеет. Принадлежит народу. Народу в самом общем его понимании. Да. В общем понимании. А кто там руководит, там еврей, там чеченец, дагестанец, азербайджанец. Танцует. Может танцевать любой человек, любой национальности. Это любой, кто может вести такую работу, всем дано. То есть любой, кто может танцевать? Вперед, может и танцевать, может и вести руководительские работы. Почему бы нет? В общем, любой желающий может прийти. Школу, не обязательно, чтобы он был там с Кавказа, там, да? Вот, не обязательно. Вот. Потому что я много знаю как бы русских там детей и родителей, которые хотят, и чтобы русские их ребенок умел танцевать, потому что это красивый танец. Вы понимаете, в этом танце многое, что можно сказать. Насчет лезгинки. Ну, давайте уже переходим. Да, вот. Да, да, да. К описанию вот самого танца. Одного из лучших танцев Кавказа, да. Лезгинки, да. Вот это танец лезгинка. В этом танце есть четкость, жесткость, резкость, шустрость, быстрота, а терпение, вот, выносливость. Нежность, это однозначно. Вот все вместе, вот это. Там здоровье, там физическая культура, там медицина. Полностью все, что человек должен иметь, это все есть в этом танце. Самое главное, выдержит нагрузку. А это правда, что мужчина, танцующий лезгинку, он такой образ орла на себя примеряет, нет? Это обязательно. Или чей образ он этот примеряет? Этот орел... Это он орлом становится, когда он индивидуально выскакивает на середину, на сольный кусок. Угу. И он, внимание вся идет на этого орла, и он выдает всю свою энергию зрителю, угу. Чтобы зритель его воспринимал от и до. А правда, что вот сложно больше 3 минут, как бы вот сольно, если по-хорошему танцевать? Сольный кусок... Не танцуется 3 минуты. А сколько танцуется? До 2 минут. До 2 минут. То есть там уже сложно, как бы, да? Парни, танец длится 2-15 секунд. Вот так вот. 2 минуты 15 секунд. Где-то вот так вот. Я ожидал, что это еще и регламентировано по хронометражу. Ну, я думаю, что тут и нагрузка как бы рассчитывается. Просто нагрузка большая бывает на парную лезгинку. А когда масса танцует, там нагрузку не чувствуешь. Там один другого заменяет. Да, да, да. И поэтому особо массовики не чувствуют особо нагрузку. Mm-hmm. Нагрузку чувствуют только солисты, трюкачи, вот они, mm-hmm. которые выбегают, выходят, выскакивают там на сольный кусок, отрабатывают и уходят. А в коллективах больших, которые лезгинку исполняют, есть конкуренция среди танцоров за право, кому исполнить этот сольный номер? Всем, наверное, ребятам хочется ведь. Но это не каждому дано. Быть трюкачом. А как вот вы, как специалист, как хореограф, как отбираете? Вот, ну, смотрят, какие признаки у солиста? На умение. Угу. На умение артиста. Он уже там присмотрел в нашей он группе. Как уже присмотрел. Солиста, да? Трюкача присмотрел. Да. Поясните, кто такой трюкач? Это все-таки трюкач. Это тот человек, который вот исполняет там все виртуозы. Сальто, мальто. Способный на это. Сальто, живой человек. Сальто – это акробатическое. Энергичный. Кто может там крутиться, вертеться на коленах, там на пальцах, там, да, вот это все исполняет трюки, да.
ну, как сказать, там двойные с разворотами, там колено, там шанель, это все то, значит, это трюкачи. Mm-hmm. А солисты, это которые выходят в пары с партнершей, вот. И есть солисты, отдельные пальцовщики. Угу. Пальцовщики? Пальцовщики. Которые на пальцах. На пальцах, ага, которые танцуют. Да. Основной, На выгнутых в другую сторону. Да. Да. Угу. Основной танец ведут вот эти вот солисты. Вся красота, краску, это они издают в танце. А регламентировано ли, сколько танцоров должно исполнять лезгинку? Или неважно? Это один, не два, имеет значения. 50, 100. Чем масса больше, тем красивее танец. Mm-hmm. Рисунок танца, это очень хорошо смотрится, чем масса больше. Вот. К примеру, меньше 10 пар можно, можно. Но его не назовешь особо такую... Ну, зрелищным. Да, зрелищным. И в основном в других коллективах тоже где-то 8 пар, 10, 12 пар бывает там вот так вот, да. А если там, если сцена тоже позволяет... 20 пар, например. К примеру, я вам сейчас скажу вот так вот. Лезгинка, академический ансамбль «Лезгинка», в верхнем приветственном танце... Дагестанский. Знаменитый на весь мир, который мы, кстати, с Азизом Алиевичем видели. Осенью прошлого года. В Москве мы посмотрели. Академический ансамбль «Лезгинка» на приветственной «Лезгинке» у них выходят, значит, на сцене бывает человек, значит, 36 массовиков, не считая солистов, которые еще выбегают. И включая еще солистов и трюкачей, да, которые выходят на сольные куски, значит, там где-то около под 50 человек на сцене бывает. На одном танце. Ну, это очень, конечно, зрелищно. Ведь не забывать нужно о том, что они же все в костюмах еще находятся. Да, да, да. Чем в образе. Чем масса больше, тем красивее и лучше. А если о костюмах вот немножко еще поговорить, что это за наряды? Так, костюмы выбираются специально, значит, по фольклору. По фольклору, значит, которые вот наши деды, прадеды, которые вот носили черкесские, это все то, вот, значит, кинжал, газели, там, папаха, там, башлык, пояс, это все, ичиги, это сапоги, которые одевают, вот, это все специально выбирается. Цвета специально выбираются, на какой танец, какой цвет должен смотреться, на какой танец должен быть какого цвета одежда. Это все, там эскизы есть специальные, есть костюмов исторические, которые вот, ранее, которые были фольклорные. Вот. И, соответственно, берем из этих эскизов и делаем более современную. Это вы говорите о профессиональных, да, коллективах, да, которые по эскизам готовят. Это обязательно. Себе наряды. А можно мне... Как да, бы, есть, вот, конечно, время еще. Я слышал, что лезгинка у каждого народа там отличается. То есть там есть даргинская лезгинка, арварская, кумыкская там, и так далее. Более того, вот этот ансамбль, который вы упоминали, мы в Москве когда смотрели, там и даже музыка отличается. Есть и, собственно, такое... рисунок танца отличается там, и так далее. Вот. Значит, есть вот такое самое. Лезгинка только одна. Да. Больше нет. В Дагестане, к примеру, у нас много национальностей. Сколько у нас там получилось? Где-то 30... 14 коренных, и всего там где-то 30, населяет 36. 33, по-моему, да? Национальности в Дагестане. Вот. И их не все, вот это вот, да, то, что они танцуют, вот как вы сказали, да, вот даргинский, там, акушинский, имеется в виду, лакский, там, лезгинский, там, азербайджанский, там, аварский, там. Не, это не лезгинка. Народные танцы. Это, наверное, народные танцы. На мотив лезгинки? Или что? Нет, это как, и, музык, как... и музыки бывают только из фольклора. Mm-hmm. Они представляют только фольклорные музыки и фольклорные танцы. То есть там ритмический рисунок, получается, как бы совпадает, да, а все остальное, вот. Музыка и уже свое. Там единственное, что по тактам может соответствовать. А так все исполнения, движения, да, зарисовки, сюжет, манера, характер, это все разное. Угу.
И это все разное. Они представляют только вот своего народного фольклорного танца. А вот еще говорят, что люди как бы вот говорят, что во время парного танца, вообще когда танцуют лезгинку, то есть в этом танце даже особая этика отношений между мужчиной и женщиной в этом танце. Вот немножко раскрыть можете вот это вот? Дистанция. И все? Значит, а взгляд там, взгляды, движение там? Взгляды, это все то. Я вам сейчас объясню. Дистанция почему? Дистанция. Значит, он ближе полуметра партнёрше подходить не имеет права. Угу. Мужчина? Мужчина. Потому что это чужая девушка. Ну, не это, его, по крайней мере. Это не его, собственно. Не его, по крайней мере. Это не его, значит. Это она партнёрша. Касаться до партнёрши... Абсолютно категорически. Нельзя. Категорически. За обнаженные части тела или как? Вообще дотрагиваться до партнерши нельзя. Mm-hmm. Не то, что там за руки взял, даже костюм задеть нельзя. Да. Вот. Ближе полуметра, я же говорю, нельзя будет подходить к партнерше. Вот, значит, ввести свою партнершу. Партнер, он должен всегда держать свою партнершу под наблюдением своего взгляда. Mm-hmm. Она же лебедь своеобразная там, да? А плавная, партнерша, грациозная. Она не должна ответить партнеру этим же взглядом. Она должна строго смотреть вниз на кончики пальцев или же на кисть, на свои руки. Потупить взгляд, да? Да, это называется потупить взгляд. В глаза да. партнеру смотреть партнерша не имеет права, нельзя. Mm-hmm. Это не по горским законам и не... А вот движение, вот куда идет там и в каких случаях там? Вот, значит, я объясню, из самого фольклора, как лезгинка начался, да, поскольку я знаю, как и мой руководитель, это все, все-таки каждый руководитель ведет урок история. Хореографии. Да. Вот. Ну, вот давайте, значит, сейчас как раз про историю. Сколько вообще лезгинки лет, как она появлялась? Вот это тяжелый вопрос. Тяжелый? Почему потом, да, очень тяжелый вопрос. Я не нашел, кстати, потом... на него ответ. Нет, я могу ответить. Наверное, сколько народ существует, столько лезгинки надо. Нет, я могу ответить вот так. Значит, в горах Кавказа, 60, говорят, Дагестана, вернее. 60, если я не ошибаюсь, впервые открылся песни, танцы Дагестана, «Мой Дагестан», где-то в 63-м году. Угу. Где-то вот такой. Это фестиваль был уже, что ли? Нет. Впервые появился ансамбль в Дагестане. Ансамбль в Дагестане. Появился в 63-м году, если меня память не изменяет. Вот. А в 69-м году, вот он же самый Танхо Израилов танцевал в этом же ансамбле. Песни и танцы Дагестана. Вот. И ему в голову пришло оттуда собрать, значит, хороших танцоров. Почему бы не собрать новый коллектив ансамбля танца. Угу. Вот. И вот так вот где-то в 67 или 69 году он собрал ансамбль «Лезгинка». И вот как оно пошло дальше. На сегодняшний день оба коллектива существуют, работают. Вот. И все-таки я позволю вернуть вас. Вот, да. А вот ну, как вы сказали, как вы задали, когда зародилась лезгинка. Теперь смотрите, вот это почему я сказал, что тяжелый вопрос. Значит, каждый руководитель там или каждый вот имеет свое предположение, как оно могло появиться. Для этого нет четко... по-научному, или как там сказать, что поставлено, что он именно родился в такое-то время, такое-то. Нет. Я могу единственное вот предположить свое такое предположение, вот, как она зародилась. Да? Значит, в основном, мне кажется, это все от диких животных. От диких животных? Да. То есть вы имеете в виду, что люди наблюдали за тем, как ведут себя в природе, ранее время, значит, были только люди-охотники. Ну, мужчины охотились, соответственно. Добывать пищу для семей. И это не светское время, это ничего, еще раннее же время, да, как вот она могла зародиться. Это мое предположение, как я думаю. Вот. И
И эти охотники, какой-то из этих охотников, может быть, где-то что-то, какой-то вот напев птицы, мелодию, как он из этой мелодии как-то вот собрал, где-то что-то такое. Вот. Увидев какое-то вот хищное там животное, которое вот какой-то там, мы на сегодняшний день называем эти стойкие выпады, это все, это от них. Ну, то есть это как бы популярная теория подражания, да, там, подражание. Да, то есть подражание. Или мне кажется, что она как-то вот. Ну, может быть, вот как-то вот он неосознанно начал вот совершать такие именно движения стремительные, да? Ну, опять, да. Да, ну хорошо, друзья, я верну вас, извините, к вопросу. Или все-таки, может быть, на рекламу на небольшую мы сходим. Ну, давай. Давайте рекламу, скоро продолжим. Продолжается программа «Союз нерушимый». Ведут передачу Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Говорим мы сегодня о танце «Лезгинка». И в гостях у нас Гайдарбек. И не только «Лезгинка». А, ну, я думаю, мы хотим, мы пытаемся поговорить о кавказских танцах. Их очень много. Их очень много, сказать. Да. Но «Лезгинка» самый известный. Да, самый известный. Наши гости, еще раз повторим, Гайдарбек Гайдаров, организатор и руководитель школы «Лезгинки» и кавказских танцев в нашем городе. И хореограф этой школы, то есть тот, кто непосредственно обучает. Занимающийся... Мурат Шахбанов, да. Который приехал совсем недавно, оказывается. Месяц, наш город, месяц, и вот влился в эту работу. Титулованный учитель, очень, скажем. Титулованный. Мы уже говорили в начале передачи, но еще раз как бы. Итак, мы остановились на интересном месте. Да, и вот интересное место, значит, вот я все-таки верну, вот когда говорили про этику, и я спросил вас про ведение, вот все-таки в танце, кто кого ведет, как ведет и куда ведет. Ага, значит, партнер... Ведет свою партнершу. У партнера обязательно должна быть одна рука на кинжале. Это, видимо, означает готовность среагировать на какую-то опасность в любой момент. Да. А вторая рука вытянутая сзади партнерши. Сзади партнерши. В случае чего, чтобы защитить свою партнершу. Закрытие. Любое время, чтобы он мог успеть. Поближе выйти. Немножко. Выйти, вытащить свой кинжал. Вот. А во время танца, значит, подтянутый партнер, он ведет именно вот туда, где его, к примеру, если это свадебно-обрядный танец, да. Он ведет именно перед своим родителем, друзьям там, всем показывает, что у него появился интерес к этой партнерши, к этой девушке. То есть тут есть еще и тайный умысел, так сказать, в этом танце. То есть посмотрите, ребята, да, и мама с папой. И он показывает вот так вот, что ему интересно вот эта вот девушка, и вот, пожалуйста. А если не интересно, он куда идет? Если не интересно, значит, он ведет ее по кругу, отход назад. Середина – это исполнение всех движений танцев, которые он знает. Потом раз после танца обязательно он должен отблагодарить свою партнершу, положа руку на сердце, опускаешь голову и отходишь. 2-3 хлопка, баркала, это спасибо и отход. Это, видимо, вот один из сюжетов, который, да, присутствует. Ну, это уже нам почти что весь танец выступление Хаджимурад уже рассказал. Хорошо, а когда вот этот танцор, джигит, показывает своим друзьям, что он умеет? Может ли он, танцуя в паре, оставить там партнершу где-то, а сам показать в это время там свое умение? Выступить. Он дает внимание партнерше, потом он может приостановить свою партнершу, может приостановить и дать внимание своим друзьям. А после только это на маленькое мгновение, там, секунду, 3-5, но не более. То есть партнершу оставлять надолго нельзя? Надолго нельзя. Мало ли она что. Должна рядом стоять с партнершем, с партнером, она должна рядом стоять, пока партнер не закончит свое этот умение. Джигитовку. Джигитовку перед своими друзьями. А потом раз, и они вступают обратно в танец. Друзья, вот вопрос еще какой. Вот. Вы сказали, что когда говорили, кто может танцевать, сказали 50, а там по состоянию. Значит, кавказские танцы требуют, ну, наверное, как многие танцы, достаточно большой выносливости, да? Терпение и выносливость. А
Что дают вот эти вот танцы в плане там здоровья, красоты там человеку, его, может быть, психического, психологического самочувствия? Значит, что вам лично, Гаджимурат? Теперь смотрите. Годы и десятилетия занятий. Да, я понял вопрос. Значит, лезгинка. Лезгинка дает человеку жесткость. Это однозначно. Подвижность. Жесткость или твердость? Твердость, жесткость в характере. В характере в первую очередь. Жесткость в характере. Это обязательно, которое что человек должен иметь. Отводит от вялости, от вялого образа жизни. Наверное. Бодрость она дает. Бодрость. Постоянно в тонусе. Легкость. Все жировые клетки можно убить в течение трех месяцев. Три месяца, и все жировые клетки можно убить. Угу. Спокойно. Ну, наверное, в этих целях лезгинку все-таки не применяется. То есть, кто хочет похудеть, может ходить на лезгинку. Потому что у некоторых людей такой вопрос бывает. Вот я толстый, мне как бы стесняюсь там, значит, вдруг я не смогу подпрыгивать. Комплексовать нельзя, комплексовать нельзя. Лезгинка уничтожает вот эти психологические проблемы в том числе, да, позволяет человеку. А теперь смотри. Морально как-то еще укрепляет, да, она? Она, я же говорю, человеку характер дает. Она характер дает человеку. Хорошего рода характер. А вот Гайдарпен говорит, что расковывает. Да, в чем? Что? Раскрывает его или что он делает? В хорошем смысле слова расковывает. Он, ну, к примеру, если я... Ты сам жизни... танцуешь, кстати, лезгинку, дорогой? Если хорошая женщина пригласит, то потанцую я. Несмотря на мои годы, если красавица пригласит... Подождите, а женщина в лезгинку может вообще приглашать? А там как? На свадьбе, например, свадебная лезгинка, там палочка есть эстафетная. Передается, и вот пока музыканты не устанут, эта палочка передается, и танец не прекращается. Этот танец называется обрядно-состязательный. Состязательный? Да. Да, ну они же еще... Ладно, я потом спрошу, почему состязательный. Давайте сейчас спросим, чтобы коротко ответ прозвучал. Это же, значит, кто круче, простым языком выражаясь, да, исполнит... Кто круче танцует, и кто больше времени выносливость. О, как... То есть, соревнования. Это и танец, это и искусство. То есть лезгинки можно как занятие. Бы могут люди танцевать по времени. То есть они могут друг с другом там 3-4 человека и будут танцевать или как? Пара. А, парами, да? Пара. Партнер и парень. Угу. Партнер. Не могу не спросить еще, часто мы задаем этот вопрос, а вот дети, да, дети, мальчики те же самые, они когда приобщаются? Обязательно ли их обучать? Танцу. Как обучать? Где обучать? С какого возраста? Да, с какого возраста? Желательно с 5 лет. Угу. Вот, так как, чтобы нагрузку не дать, это все то, вот, когда ребенок уже кости это все сформируется, это все когда станет на свои места, ну, можно с 6, можно с 7. Эти занятия где они могут быть? Дома, не знаю, или обязательно нужен специалист, тоже хореограф, чтобы правильно ставилось это все? Значит, когда мы своих детей отводим там, к примеру, на аэробику, там, на плавание, там обязательно бывают инструктора, там, это все, да? И в этом случае в любом деле должен быть обязательно мастер, знающий, преподаватель или... Но это понятно. Вот то есть это не рекомендация, это обязанность именно мастеру, специалисту. Именно мастеру. Почему? Потому что я скажу вот так. Вот люди, которые вот по видео самоучителю, да, которые вот обучаются, вот, они неправильно ставят свою форму тела. Почему? Потому что опорные ноги, исполняющие ноги, это однозначно человек должен пройти и знать. Из опорной ноги, как перейти на другую исполняющую ногу. Сделать из той исполняющей ноги, сделать опорную ногу. Вот это все нужно объяснить, показать, и после им станет легче. Ну, то есть технику все равно должен научить мастер. А можно еще уже, так как у нас как бы со временем... Три минутки у нас остаются.
Я так понял, что вы еще и обучаете другим кавказским танцам, в том числе красивым азербайджанским танцам. Есть. Азербайджанские танцы. Вот азербайджанская тема – это вообще отдельная тема. В этом мы его называем как бы азербайджанский восточный. Угу. Вот. У них музыка очень сильно богатая. Обогащенная. У них там не так сидят человек там 4, 5, 6, 7. У них целый оркестр музыки сидят. Музыканты mm-hmm. сидят. Yeah. Целый оркестр. И насчет танцев азербайджанских, это то же самое, такой же ряд, который не перечислишь. Столько фольклорных танцев азербайджанских. Единственное, что там в этом в азербайджанском танце, что красиво, у них вот это вот идет нежность, плавно, угу. вот, не шевеля корпусом, не дая дребеж телу, телу двигается партнер и партнерша. Вот она самая главная красота в танце. Именно в азербайджанской. И обязательно, да, в азербайджанском. У них есть там, который вот танец, который вот, как они собирают там виноград, к примеру, это их ниже танец лингва. Угу. В этом танце они проявляют, показывают, как там они в саду собирают там виноград. Угу. Это все вот, от кисти. Ну да, очень самые, это, да. Да, до самой поляны танцы. Смотрите, да. До самой поляны танцы. А какие там. Танцы вот вы, каким танцам азербайджанским там, обучаете или готовы обучать? В основном вот этот вот, самый азартный такой у них танец идет, это шалаху. Угу. Скорость бешеная. Простому человеку не догнаться. До того такой сильный танец. Это значит, когда... Кто-то от кого-то удирал, так танец был придумал. Нет, это как раз не удирание. Это когда человек входит... Да-да-да, именно вот это там происходит. Когда человек входит в кураж, он не может остановиться. Этот человек уже в азарте. Этот человек в азарте. Он не может выйти оттуда. Не может никак выйти. И он продолжает дальше. Как заканчивать свои запасы всех движений? Переходит на руки. Начинает на руках танцевать. Вот что такое азарт. Вот это самый у них такой сильный танец, который вот... И там конница у них идет такая же, вот, беговые какие-то там, есть у них упражнения еще там. Ну, очень, очень красивые если, танцы. Если можно сказать, 11 июня, то, что будет фестиваль дружбы народов. Что значит, вы будете показывать? Будете ли вы там танцоры? Мы пригласим. Мы тоже мы стремимся к этому. Насколько у нас будут готовы, значит, я детишки? Не могу сказать. Зависит, зависит. Я скажу, это не от меня зависит. Это зависит от посещаемости наполнения, детей. Собственно, да? От... Да, сейчас очень мало детей. Вот в течение 2-3 месяца... Два месяца осталось. За два месяца, чтобы подготовить детей... И как-то вот сделать постановку сценическую, это абсолютно нереально. Аджимурат, на таком уровне, возможно, и не получится, конечно, естественно, не получится. Я человек рос на профессиональном уровне. Ну, поэтому я понимаю. Одна постановка делается только... Вы профессиональный. Что я хочу сказать, да. Мы вот как раз пригласили из Москвы ансамбль «Высший гор» Наиды Атаевой, которая именно специализируется на кавказских и закавказских танцах. Там как раз-таки будут очень красивый танец этого, азербайджанский танец именно будет там. И не только азербайджанский, там, наверное, 2-3 номера они как минимум покажут. Но один из них будет именно азербайджанский танец. Замечательно, это все будет в рамках парада. Я еще не все спросил, ты хочешь заканчивать? Уже, увы. Давайте, Азиз Алиевич, мы пригласим на ближайшее время еще наших гостей. Давайте пригласим. Ну, будет вторая часть. Ну, я думаю, что те, кто нас услышали, наверное, давайте скажем, что это в Доме дружбы народов проходит. Есть сайт, да? Есть сайт, есть. В интернете. Вконтакте группа есть, Лезгинка Киров. Как искать? Лезгинка Киров? Да, Лезгинка Киров. Ищем Лезгинка Киров, и вы попадете в руки великолепного
великолепного специалиста по кавказским и закавказским танцам и научитесь прекрасно танцевать. Я вообще уже раздумываю взять своих друзей, и пусть это будет... Значит... Между прочим, у нас 52 года старшему ученику и 5,5 младшему. Вот такой разброс. Да, и думаю, что, значит, Гаджи Мурат нас тоже научит еще лучше танцевать кавказские за кавказские танцы. Спасибо, обязательно вас еще приглашаем в ближайшее время. Да, на этом программа «Союз нерушимый» на сегодня завершена. Всего доброго. До свидания. Очень интересно, здорово. До свидания. До свидания.